Возобновить работу заблокированных сайтов под администрацией президента сегодня требовали несколько десятков активистов, в основном студенты. Хотели они услышать от властей, почему заблокировали соцсети и что необходимо сделать, чтобы это решение отменили. Еще активисты в интернете создали петицию с требованием возобновить работу сайтов. Говорят, когда она наберет 25 тысяч подписей, отправят ее президенту.